привычные продукты в необычном исполнении. А все потому, что они сделаны из самого настоящего шоколада. Думаешь, такое невозможно? Дорода докажет тебе обратное. Начинаем. Не может быть! Это же новый iPhone! А вот это совсем не похоже на современный гаджет. Какой знакомый запах. Это же шоколад! Приятного аппетита! А я пока изучу свой новенький iPhone. Алло? Почему ничего не слышно? Не хочу тебя расстраивать, но он тоже шоколадный. Смотри, как вкусно! Не могу оторваться. Ты и так уже все съела. Где же наша еда? Похоже, нет только моей порции. Хорошо, что моя на месте. Этот твикс выглядит так аппетитно. Какой хрустящий. Я тоже не планирую оставаться голодной. Челси, дай конфетку. Спасибо. Сейчас я сделаю из нее нечто большое. Это совсем другое дело. Как много шоколада! Челси, тебе чего? Поделись? Нет. Вот жадина. Ничего, сейчас я тебя проучу. What? Пока, подружка. Теперь весь батончик мой. Ничего себе! Шоколадный початок. Попкорн выглядит намного круче. Невозможно остановиться. Жаль, что он достался не мне. Что ж, съем свою кукурузу. Вполне неплохо. Ну вот, осталась только кочерыжка. Есть идея. Я знаю, чем подкрепиться. Посажу это зернышко в горшок и как следует полью. Ого! Ты вырастила новую кукурузу! У меня получится не хуже. Оставлю это здесь и полью. Землетрясение! Мои хлопья выглядят совсем не аппетитно. А мои просто шедевр! Обожаю шоколадные чипсы! Они тают во рту! Могла бы не хвастаться. Надеюсь, вкус этих хлопьев не подведет. С молоком вполне ничего. Ого! Золотая цепочка! Нужно ее примерить. У меня в тарелке тоже что-то есть. Жалкая подделка. Сейчас я приведу ее в должный вид. По-моему, мне идет. Какой маленький бургер. Не то, что твой, Эмма. Придется довольствоваться тем, что есть. Не знаю, как и подступиться к такому огромному бургеру. Я бы хотела попробовать. Но знала, что услышу отказ. Похоже, мне вновь нужна волшебная палочка. Я не хочу такой крохотный бургер.
Ого! Как же я не заметила сладкую картошку фри! Вкуснятина! Ментос мне нравится меньше колы. Извини, но она моя. Какой странный цвет. What? Да это же жидкий шоколад. Может, мой ментос тоже необычный? Похоже на шоколад. Точно. Вот бы сочетать его с колой. Я знала, что ты, как всегда, откажешь. Тогда приготовься получить сюрприз от меня. Это возмутительно! Обожаю эти пористые конфеты. Они выглядят привлекательнее, чем мой сладкий завтрак. Уверена, их вкус ни с чем не сравнится. Тут всего несколько шариков. И выглядят они как кошачий корм. Последний. Как жаль. Угости меня, Эмма. Я устала говорить «нет». Что ты наделала? У меня не было выхода. Это и правда вкусно. Класс. Красивые бусы. А у меня целое колье. Интуиция подсказывает мне, что это шоколад. Я угадала. Надеюсь, мне тоже повезет. Как больно! Это настоящее колье! Значит, внутри драгоценные камни. Ого! Жемчуг! Это лучше шоколада. Рано радуешься, Эмма. Посмотрим, что ты будешь делать теперь. Почему мое колье порвалось? Я не знаю. Это худшее, чего можно было ожидать. Вижу, тебе сегодня не везет. Только посмотри, какая спелая клубника мне досталась. Она будет идеально сочетаться с шоколадом. Божественно. Может, шоколад улучшит вкус моего лука? Нет, это очень горько и противно. Я не собираюсь страдать одна. Давай, Эмма, дыши полной грудью. Мои глаза слезятся, я ничего не вижу. Отлично, значит, ты не заметишь пропажу. Верни это на место, Челси. Иначе сейчас получишь. Опять лук? Откуда он взялся? Приятного аппетита! Какое шоколадное лакомство запомнилось тебе больше всего? Расскажи. Где это мы? Кажется, самое время для челленджа. Чур, я свой сейф открою первый. Он у меня улыбающийся. Ничего себе! Целая стопка ярких попытов! Вот это здорово! Здорово? Да не то слово! Самое время потыкать в них и немного успокоиться. Странно, а чего это они такие мягкие? И пахнут вкусно. Они мармеладные. Их так много. Я могу съесть их все сразу. Остановиться очень сложно. Уж больно они вкусные, эти ваши мармеладные попыты. Кажется, она все-таки остановилась. Наверное, специально для нас, чтобы мы попробовали. А ну-ка,
Слышь, это мое. Больно. Самое время узнать, что же ждет меня. Ну-ка. Кажется, это что-то мягкое. Ой, это же живые черви. Я не буду их есть. Не хочу. Они ползают. Все, не переживай. Они все улетели. Улетели? Да они все на мне. Помогите. Они хотят меня съесть. Думаю, тут поможет пылесос. Он мигом съест всех червяков. Даже тех, кто изображает усы на твоем лице. Это смешно выглядит, но я его сниму. Ой, что ж ты свои губы расставила? Мне же как-то нужно червяка засосать. Все, готово? Да уж, готово. Губы у Дианы тоже вполне готовы. Издеваешься, значит? Тогда почему бы тебе не попробовать на вкус всех этих прелестных червяков? Получай! Они во мне! Что же мне делать? Какая гадость! Ладно, тебе не кричи. Лучше посмотри, что там у тебя в сейфе. А ждет меня в сейфе. Какое-то зелье! Надеюсь, я не превращусь в лягушку или червяка. Странно, пока я вообще ничего не чувствую. Все так же, как и было до этого. Это странно. Ой, нет, что-то со мной происходит. Девочки, помогите! Кажется, это зелье уменьшения. Я теперь размером с вашу руку. Давай, я подниму тебя назад. Смотрите, какая милашка. Малюсечка-пупусечка. Ах, ты еще и кусаешься? Как же больно. Но ничего, я все равно разберусь с тобой, малявка. Будешь драться с настоящей змеей. Думаешь, я ее боюсь? Да я ее сразу в два счета уделаю. Интересно, кто же победит? Пока неизвестно, но я думаю, что червяк сильнее. Червяк? Да я его уже победила! Получай! Вот тебе! На! Надо же, и правда она победила! А вы как думали? Это был очень крутой бой! Узнали, какая я сильная? Да! На этот раз вкусняшка у меня, так что сейф я открою первый. Вот это да! Это же мой любимый коктейль с Марсом! Обожаю такие! Чего же я жду? Пора пить! Странно, почему он не льется? Дурацкая бутылка! Да, как можно не понимать? Слушай, давай я тебе покажу, как надо пить. Ты? Ну, на! Пошутила? Еще чего? Не дам я тебе коктейль, он мой. И без тебя попить смогу. Какая же ты жадная. Но ничего, я тебя проучу. Будешь знать, как с подругами не делиться. И что ты наделала? Теперь я вся мокрая. Хотя могла выпить всю бутылку. Я думала, что мы подруги. Все, хватит ныть. Пусть Диана открывает сейф. Что? Рыба? О, нет. Как хорошо, что она не наша. От нее воняет. Но ты все равно должна ее съесть. Таковы правила. И без тебя знаю. Сейчас попробую. Это ужасно. Нет, это выше моих сил. Так не пойдет. Я не буду ее есть. Как это не будешь? Говорю, правила такие, так что давай. Ладно, уговорили. Нужно сделать это максимально быстро. Все, я закончила. Ай-яй, скелет-то мне зачем? Уберите его с меня! Хватит смеяться. Давай, Мэри, открывай свой сейф. Я с удовольствием. Это еще что такое? Какая-то конфетка Skittles? Я их, конечно, люблю, но почему так мало? На вкус вроде обычная. Просто классная конфетка. В общем-то, я довольна.
стекла. Смотрите, да эти конфеты теперь растут на моем лице и на руках. Как же это круто! И правда круто. А дашь попробовать? Конечно. Здорово. Смотрите, теперь я тоже вся в конфетках. Диана, хочешь? Come on! Нет уж, спасибо. Не буду я прыщи ваши есть. И снова первый сейф буду открывать я. Думаю, с этим все согласны. Вот это я понимаю подарок. Айфонов много не бывает. А какие же красивые фотографии на него получатся. Загляденье. Я тоже хочу. Дай мне пофоткаться. А ну уйди. И не порти мне снимки. Отдай. Он мой. Я хочу пофоткаться. Девочки, хватит ругаться. Отдайте его мне. Вы там пока решайте, чей он все-таки. А я поиграю. Да как ты посмела? Отдай его мне. Он мой. Вы что наделали? Мой новый телефон. Нет. Ой, кажется, теперь он не в лучшем состоянии. Все ты виновата. Вы что наделали? У меня теперь не айфон, а какое-то разбитое корыто. Пока ты миришься с этим, я открою свой сейф. Странно, но почему же он пустой? Давай же посмотрим, что там. О, нет, только не лягушка. Я их боюсь. Помогите мне. Уберите эту дрянь с моей головы. Фух, избавилась. Мне это животное тоже не нужно. Давай, прыгай отсюда. А мне-то за что? Жаба твоя, а я ее еще и есть должна. Ну уж нет. А что, если это заколдованный принц? Тогда я стану настоящей принцессой. Нужно это проверить. Okay. И как там, принц? Что-то не превращается. Кажется, теперь мне пора посмотреть, что в моем сейфе. What? Ого, непонятная шляпа. Что же мне с ней делать? Понятия не имею. А что вот делать мне с лягушонком? Не хочу тебя расстраивать, но кажется, твой лягушонок теперь превратился в камень. Камень? Странно. А почему он коричневый? Ага, точно! Это же шоколад! Да не просто шоколад, а очень вкусный шоколад! Слушай, а может твоя шляпа с моим айфоном такое сотворить может? Давай узнаем. Сработало! Как же круто! Теперь у меня есть шоколадный айфон. К тому же очень вкусный. Значит, шляпа не бесполезная. Но можно ли ее носить? Вроде все окей. Ого! У нас с тобой теперь есть шоколадная Мэри. Давай ей пальцы все съедим. Нет, okay. Мы не будем издеваться. Давай лучше просто снимем с нее шляпу. И она снова станет собой. Ну, давай попробуем. О, спасибо, вы меня спасли. Я уж думала, навсегда останусь шоколадной. На этот раз вкусняшка ждет меня. Надеюсь, там будет что-то мега вкусное. О, Нутелла. Обожаю ее. Хочу съесть всю банку. Вау. Ой, прости, Клариса. Крышка сама захотела сесть тебе прямо на голову. Это же не значит, что она теперь должна бить меня по лицу. Да ладно, не обижайтесь. Я просто одурманена предстоящей вкусняшкой. Уверена, Нутелла будет, как всегда, очень вкусной. Я тоже хочу. Хочешь, но не получишь, это моя Нутелла. И все-таки на носике капелька осталась. Круто. У тебя на носике, а у меня все руки в Нутелле. Да уж мы видим, ты вся в ней. Кажется, теперь нужно залезть за ней поглубже. О нет, моя рука, она застряла. Обжора, есть надо меньше. Лучше бы не смеялись, а помогли мне. Давай, Клариса, помогай. Тяни эту банку. Стараюсь. Давай, мы сможем, у нас получится.
Давай, тяни! Ой! Круто! У нас теперь куча нутеллы! Давай скорее все съедим! У меня все хорошо! За меня не переживайте, я жива! What? Вы что, все съели? Да как вам? О, еще шоколад! Можно прямо с руки его есть! Come on! Окей! Пока ты ешь, я узнаю, что ждет меня! Что-то вонючее! О нет! Только не сыр! Прошу! К сожалению, это именно он! Я не хочу его есть! Пожалуйста, пощадите! Он ведь такой гадкий! Меньше слов, больше дела! Давай, кусай уже! У, гадость! Да уж, выглядит просто омерзительно! Так и есть! Я не могу это проглотить! Это слишком мерзко! Хотя... Вот и все прошло! Круто! Да, круто! Теперь узнаем, что же ждет меня. Кажется, нам пора. Еще больше только самых крутых челленджей ищите на Дорода. Будет весело. Оставайтесь с нами.